Привет, друзья! Хочу показать, что вышивка у меня лежала очень долго. Я просто не имела возможности вышивать, у меня были абсолютно другие дела. А осталось-то мне всего ничего. Вот мне осталось чуть-чуть отшить низ. Последний рывок, можно сказать. Вот тут это вот зашито уже. И вот маленькие точечки. Все, в принципе, сделать задний обратный стежок по картине. Все. Так что у меня осталось последний рывок. Я заканчиваю картину. Меня уже спрашивали о вышивке. Юлечка Борисова меня спрашивала о том, что я вышиваю, что буду вышивать, на каком этапе у меня работа. Я обязательно покажу, что у меня получилось. Сделаю даже отдельное видео полное по вышивке. И покажу. Вот на таком у меня этапе работа. А вышивать я буду домик у осенний. Следующую работу. Но я думаю, что прям буквально сегодня-завтра закончу вот эту работу. Покажу ее. И покажу тогда, как я начинаю новую. Всем привет! Сегодня у нас пятница. И вот эта машинка привезла нам воду. Для кулера. Рано она обычно приезжает. Ну, она может либо в первой половине дня, либо во второй. Но когда мы заказываем в первой, то приезжают они очень рано. Вот 6 таких вот баллонов нам привезли. И стоили они нам 1110 рублей. Баки пустые забирают. Привозят столько же бутылей с водой. А если бак не вернуть им, то дороже цена была бы. Так, вот отъезжает машинка от нас. Да, вот написано «Настоящая вода». А раньше у них дизайн другой был, машина. Поехала другим людям отвозить. Осень на улице прям совсем, но уже было похолодание до нуля там градусов, а сейчас чуть-чуть потеплело. Вчера, сегодня, выходные обещают до 9 даже. Ну вот в данный момент сейчас... Вот тут у нас показывает 5,6 градусов. Снежок растаял, который немного нападал, когда было холодно. Чай, который мне подарили, внутри он выглядит вот так. Вот такие виды. Black Ceylon Tea, черный цейлонский чай. Apple. Яблоко, черный чай, шиповник, яблоко, черный чай, голдберри, дальше флирт, зеленый чай с клубникой, дальше такой чай, цейлон, черный чай с лимоном. Здесь оранж с апельсином, лаймом. Дальше идет брекфаст. Черный чай цитрус, бергамот. Просто зеленый чай и хибискус. Клубника. В общем, вот такие вот пакетики. Сейчас я выберу какой-то и выпью. Наверное, вот оранж возьму. Всем привет! Посмотрите, какой у нас новый помощник в уборке. Значит, мы налили сюда воду. И сейчас я буду пшикать. Вот так вот. Пшикаешь воду. И
протираешь. Когда вода, когда тряпка, к примеру, уже не мокрая, надо чуть-чуть пшикать, можно вот так пшикать. Ну что же, по-моему, очень даже хорошо, да? Угу. Помогает вот это. Ух ты! Ну хорошо, все. Я снимаю. Вот так видите? Сейчас по всей квартире попал. Очень удобно. Хорошо. Я сейчас кошку сниму. Вон она сидит. Смотрит. А кошке интересно, когда вот так делают. Понимаешь? Ну, что такое происходит? Очень хорошо, что вот смотри, покажи так. Видишь, так повернул боком. Ну что, я помыла пол во всей квартире. Что могу сказать? Швабра мне очень понравилась. Отлично. И материал, который сама... Материал, из которого сделана, значит, тряпка, он хороший. То есть хорошо отмывает пол. Нету мокрых пятен на полу, как обычно. Сразу можно ходить босиком, потому что нету мокрых пятен, как обычно бывает, когда моешь пол. Если чуть-чуть надо больше воды, значит, нажимаешь, и там мочится перед тряпкой. В общем, все отлично. Швабра хорошая. Мне понравилось. Привет, девчонки. Я сейчас заканчиваю вышивать вот эту картину. И вдруг я поняла, что я не знаю, что делать внизу. Вот здесь по рисунку можно видеть, что... Низ у нас не до конца вышивается. Тут будет белая полоса. А рисунок будет выходить за контуры. Так. И в чем проблема? Проблема в том, что такой каунт на ткани, что... Там будут видны дырочки. Мне это не нравится. Просто оставлять белым, не зашитым вот это полотно. Сейчас я покажу, как это выглядит на самой вышивке. Итак, вот я перемотала полностью вышивку. Вот у меня идет крайняя линия. Ее видно. Все. И тут я обнаруживаю, что вот здесь у меня не зашивается. Вот внизу. И самое главное, вот этот большой кусок у меня вообще полностью не зашивается. То есть, либо когда я буду делать рамку, мне надо вот так вот по линии убирать. Но не хочется убирать, потому что все-таки тут цветок, какое-то продолжение композиции. В принципе, мне нравится, что оно выходит за границы. Но не нравится, что будет виден материал. Наверное, я все-таки возьму белую нитку и просто зашью все вот эти моменты, которые должны у них по картинке оставаться не зашитыми. Да, я, наверное, зашью, потому что вот, вот такой низ. Тут-то просто белая черта идет, ну, вроде ничего, вот так у меня и будет. А у меня-то вот такие дырочки будут. Это, мне кажется, вообще смотреться не будет. Вот, так что получается, что надо дополнительно мне чуть-чуть времени, чтобы зашить низ. Ну и найти нитку. По-моему, у меня здесь много белой нитки. Сейчас я посмотрю палетку. Вот, у меня есть вот такая нитка. Вот 30-й цвет. У меня, в принципе, остается много и бежевого. Вот сколько у меня ниток остается.
Могу, конечно, подобрать, но мне кажется, что надо либо светло-бежевый, какой-то вот такой вот, либо белый. Но надо смотреть, как лучше будет выглядеть. Так, ну такие у меня сейчас мышевальные дела.